Смерч, ураган, град, торнадо. Уж так повелось, что именно стихийные бедствия становятся названиями грозных ракетных установок. На этом фоне белорусский полонез – самая изысканность, но по своим характеристикам наша реактивная система залпового огня превосходит многие зарубежные аналоги. Впервые она была показана на параде 9 мая 2015 года. Однако тактико-технические характеристики держались в секрете, вероятно, до окончания испытаний. В начале года полонез отстрелялся на полигоне в Китае, а в четверг из Беларуси. Осуществлен пуск ракетных комплексов в густонаселенных районах. Это не в пустыне испытания, наверное, в мире такого не было. Испытания прошли очень успешно. Ракеты поразили цель в 1,5 метрах буквально от заданных целей. Первый залп, второй залп буквально в десятки метров. Это идеально, такого, наверное, не бывает. И это ракетные комплексы, которые созданы у нас в Беларуси в течение 2 лет. Новое вооружение поступит в распоряжение белорусской армии уже в этом году. А в отечественном военпроме появилась новая отрасль – ракетостроение. Сейчас в процесс вовлечены 20 предприятий. Доля белорусских комплектующих – 70%, а через несколько лет она будет доведена до 95%. Это нам, по большому счету, развязывает руки, и мы сможем в последующие годы, имея на вооружении эту систему, проводить пуски с этих машин, пуски этой системы на своей территории, независимо ни от кого.